еще. Да ладно, подбери, давай, я сама поставлю. Да. Есть еще, да? Еще, да. А этот куда не выполнил, а кому надо? Ну ладно, давай, вернулся, слава. А вот это немец соус. Да, бегали, воевали, то есть вообще уже давно не было такого, чтобы советская сторона лица показывала. Мы можем гордиться за наших крымских друзей боевых, потому что как бы я участвовал в тактике ведя питерцев и москвичей. Вот, это правда. А вот здесь я вижу, что люди серьезно подошли к этой теме. Все, как говорится, в здравии, все в строю, все показали себя с наилучшей стороны. Вообще каких-то недочетов, каких-то неадекватных людей незаметно не было. И так держали. Спасибо вам за тот вклад, который вы оказываете в развитие военно-патриотического воспитания молодежи на территории республики. Спасибо вам, что вы помогаете молодежи выбрать правильный путь. И я рад, что молодая гвардия, как показала прошлая реконструкция, тоже активно принимает участие и вливается в ряды реконструкторов. Я думаю, ваше дело правильное.